совсем не хау. И вот такая вот мягкая какая-то посыл. Я уже догадываюсь, что здесь, но почему-то мне кажется, это пришел брак. Давай посмотрим, что здесь и как. Итак, друзья, это у нас вот такая вот свинья в сетке. Почему она не хрюкает? И, кстати, эта посылка шла около 1,5 года. Я уже за нее вернул деньги. И, скорее всего, от этого она в дороге перестала хрюкать. Ну, смотрите, вот здесь у нее находится свисток сам, и она не работает. Вот такая рожа. Прикольная, конечно, но она мне уже не нужна. Я на год свиньи покупал, хотел собаке подарить, но уже она бессмысленна. Подождите, может там что-то провалилось? Как она? Она же должна как-то сгинаться. Вот я сюда дую, работает. Так подожди, а как она-то работает? Я что-то не пойму. Друзья, кто знает, напишите. Ну так ее надо сжимать, а как она работает? Свистеть у нее-то понятно, что можно свистеть. Но зачем мне свистеть? Что мне ее вот так вот брать и целовать? Так она сюда не влезает. Вот сам свисток. Короче, кто знает, напишите. Внутри она вот такая. Это вот по типу вот этой бешеной курицы. Я так понимаю, вот сюда воздух должен заходить, да? А он почему-то не заходит. И она должна свистеть. Вот как ни крути, она должна свистеть. Не хочет. Либо я что-то не догоняю, либо, короче, это какой-то китайский брак. Ну и свинюшка, блин. Вот эта штука классная для собак. Привет! Поставь лайк и всем пока! Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.